коммуникации это вопрос настолько актуальный, что решение этой проблемы зачастую стоит в приоритете даже по сравнению с морщинами и птозом. Понять это можно. Я сама, когда заработала первую пигментацию, заполучив ее после тестирования ретинола в летний период, меня охватил такой страх и ужас, что я начала предпринимать срочные меры. И мне удалось добиться тогда успеха. И вы должны понимать, да, что чем моложе ваши пятна, тем они легче поддаются манипуляциям. Чем они старше, тем неохотнее они сходят с нашего лица. Также имеет значение, какие слои эпидермиса подверглись агрессии. Чем темнее пятно, тем глубже оно пролегает. Соответственно, время, которое требуется для устранения этого недостатка, у каждой из нас будет разным. А вот что касается компонентов, то список их ограничен, и он работает в любом случае. Он уже выверен и проверен персонально мной, а также косметологическая наука это доказала. Хочу рассказать вам еще об одном своем интересном наблюдении. Однажды я была на выставке под открытым небом. Солнце палило очень активно, сразу первая мысль – главное не заработать пигментацию. И вдруг я стала обращать внимание на женщин. И вот чудо, худые лица чаще являются обладательницами россыпи пигментных пятен, причем даже в довольно молодом возрасте, а вот плотненькие лица – ровные по тону. Имейте это в виду, тонкая кожа имеет более слабый иммунитет. А ведь дело именно в этом параметре. Ну и переходим к блоку, в котором я подскажу для вас эффективные средства. Что, Марутака нас достаточно порадовала своими гаджетами как для лица и было кое-что даже для тела. Но сегодня горячие новинки, она мне ох, как нравится. Как вы знаете, я вышла на тропу похудения, а это означает, что нужно предпринимать срочные меры, чтобы кожа по мере сбрасывания веса не провисла и не стала дряблой. Я очень переживаю, и по этой причине подключила новый массажер для тела, причем он еще и подходит для лица. Ну, супер просто. Это, по сути, два в одном. Называется он Марутака Black Нефрит. Действие аппарата основано на совмещении свойств магического черного нефрита. Вот так он выглядит, такая вот пластина. Далее совмещаются аппаратные методики термолифтинг и вибромассаж. Поистине уникальный черный нефрит обладает омолаживающими и оздоравливающими свойствами. Активирует лимфатическую систему, также снимает воспаление, выводит токсины. А функция глубокого прогрева и плюс вибрации усиливают действие натурального камня и устраняют еще и птоз, пастозность, усиливают лимфодренажный эффект. Итак, он поможет при потере тонуса упругости кожи, для профилактики признаков возрастных изменений, от отечности, от целлюлита, от стрессов и усталости. Управляется максимально просто. Здесь вот находится гнездо для зарядки. Дальше кнопка включения. Видите, загорелся красный свет. Это еще и LED. Круто же. Далее можете включить функцию прогрева. Можно выбрать, насколько вам нужна температура высокая. И вибрация. Как же приятно им пользоваться и совершенно безопасно, очень комфортный. Я сразу включаю все на максимум. Мне очень нравится этот аппарат, так как форма у него еще удобная для работы как на теле, так и на лице. Посмотрите, он обслуживает полностью поверхность лица по одной стороне. Ну что за прелесть, если утром отечность, если вы выглядите не очень, включили и поехали. Шикарно просто. И обязательно, конечно, делаем по сывороткам. Например, вот такая есть у Марутака, и она идет к аппарату в подарок. И очень хорошо, если вы еще предварительно отшелушитесь. Например, солевым скрабом, который также есть в бренде. И затем, после процедуры, закроете сыворотку баттером с маслами. Очень классная вот уходовая косметика для тела и для лица Марутака очень достойная. Особенно то, что касается масел. Это такой аромат и такое нежирное, а знаете, такое питательное, делающее кожу упругой. Баттерный, кстати, крем с вербеной, отдушка прекрасная. И это настоящий лифтинг-спа для тела, никакой сухости даже в самую суровую зиму. Все ссылочки по традиции, а также промокод вы найдете в описании.
Что касается осветляющих компонентов, практика доказала, наиболее эффективен лимон и его экстракты, также высокая концентрация аскорбиновой кислоты, то есть именно эта форма витамина С, не какая там современная, не кислая, а именно кислая аскорбиновая кислота и кислый лимон, только, конечно, не в чистом виде. Я напомню вам в связи с этим вот про эту маску Карбокси. Она содержит как раз лимонную кислоту, приправленную, внимание, экстрактом Бруссонетии. Это вид тропических растений, часто называют бумажным деревом или бумажной шелковицей, и используется как высокоэффективно отбеливающее природное средство. Не знаю, сработала ли здесь синергия этих компонентов, либо дело все-таки в лимоне, но маска отбеливает. Также очень хорошо при отечном типе и в целом улучшает внешний вид лица. Я подскажу, как ее применять. Для начала, конечно, как следует нужно умыться. Неплохо будет затем отшелушить кожу при помощи пилинг-скатки. Высушить. Далее распределяем гель-активаторы шприца. При помощи кисти лучше это делать в несколько слоев, как следует, не спеша наслаиваем. Избегаем при этом области губ и кожи вокруг глаз. И затем поверх нанесенного геля плотно накладываем тканевую маску. Прижимаем ее руками до тех пор, пока она не пропитается гелем. И во время процедуры мы ощущаем легкое покалывание. Это выделяется углекислый газ. Эти пузырьки нужно лопать, прижимая маску как раз к коже. Далее 20-30 минут подождем и снимаем. Остатки смываем теплой водой. Продолжаем далее уход, тоник, сыворотку, крем, ну, либо если вечером, то, конечно, сыворотку и ночной какой-то крем, но не ретинол, в этот день его не применяйте. На мне сработало после первого раза, поэтому я могу смело вам рекомендовать. А так можно применять курсом, не слишком темные пятна, 4-5 процедур один раз в неделю, и как раз хватит одного набора. Если же пигментация у вас давно и серьезная, то придется провести 8-10 процедур один и, может быть, даже два раза в неделю. Есть еще одно, также очень активно осветляющее средство. Это пудра-концентрат с витамином С от Neogen. Осветляет и пигментные пятна, и веснушки, и следы постакне. Средство устраняет также тусклость, следы усталости. Если наносить на все участки лица, то он вас и осветлит по тону, и выровняет. И придаст, конечно, естественное сияние. Это вот то, чем занимается витамин С. Аскорбиновая кислота здесь 17%, плюс снова экстракт лимона. Как применять? Если хотите осветлиться по тону в целом, то наливаем наш любимый тонер или эссенцию в ладошку, добавляем одну или две лопатки пудры, смешиваем и наносим получившуюся эссенцию на лицо. Продолжаем далее свой уход. Если же работаем с пятнами, то чуть-чуть воды и наносите точечно, можно оставлять на ночь. Также точечно можно еще наносить вот этот стик, осветляющий от пигментации с юдзу, от Сом Бай Ми. 37% экстракт юдзу составляет, по сути это концентрат витамина С. 5% еще ниацинамид, ну и приправлено все это арбутином и глутатионом. Это также еще два осветляющих компонента. Арбутин препятствует появлению пигментации, подавляя активность фермента тирозиназы. А также оказывает антисептический успокаивающий эффект. А глутатион – это трипептид, который оказывает антиоксидантное действие, повышает эластичность кожи и также, как и арбутин, предотвращает их появление. Наносим преимущественно вечером, умылись, тонер и проходимся по участкам с пигментацией. Можно и в течение дня повторять при необходимости. Но в дневное время смотрите, защищайтесь все-таки SPF, поскольку это все очень активно, это делает кожу еще более чувствительной к солнцу. И напомню, что кислые формы витамина С, лимона лучше держать в темном, прохладном месте, поскольку они быстро окисляются. Если говорить о дневном ежедневном уходе, то хорошо срабатывает вот эта комбо. Это осветляющий крем для лица от Dr. Altea с ниацинамидом и глутатионом. Смотрите, какая чудная баночка. Такая же она миленькая. Кстати, у бренда наблюдается очень высокая эффективность. Они выпускают средства точечно для каждой проблемы, так что попробовать имеет смысл. Крем, естественно, осветляет тон, а также все виды пигментации постакне. Увлажняет без перенасыщения. Очень комфортный, подойдет всем, включая чувствительную и склонную к акне кожу. Также для беременных подойдет в том числе. В компании с сывороткой будет особенно прекрасно, точнее, это эссенция для улучшения цвета лица. Плюсом к осветлению содержит пробиотики, кожа после нее сияет. Это заряжение тусклой уставшей кожи энергии, уменьшение пигментации и также улучшение цвета лица. Так что и осветлимся, и засияем. На ночь можно наносить вот этот крем, осветляющий, питательный для сияния кожи от Пьюн Кан Ю.
Витамин С плюс ниацинамид – это прекрасная осветляющая комбо. Также в линейке есть и тонер, и сыворотка. Можно применять в комплексе, но если хотите быстрый эффект, то крем на ночь после тонера. Чем ближе к коже, тем лучше. Это для тех, у кого кожа ближе к сухости. А вот для склонной к жирности можете сделать ставку на ниацинамид. Он еще и с порами поработает, с текстурой кожи. Антивозрастная сыворотка с ниацинамидом от Sue Skin 20%. 20%. Это очень прилично. Так что это сработает в любом случае. Плюсом ниацинамиду. Она содержит еще глутатион и витамин С. Впитывается до конца, и вы должны предоставить ей такую возможность только после этого наносить крем. Тогда она сработает по полной. То есть после нанесения дождитесь ее впитывания. Чуть-чуть потерпите. Это только пойдет вам на пользу. Если хотите прям максимальный эффект, то можете применять ее днем, это допустимо, и закрывать вот этим кремом от Медипил. Это осветляющий капсульный крем с витаминами и глутатионом. Также ниацинамид в нем имеется. Плюс тринексамовая кислота. Она также входит в золотой стандарт осветления. Ну, я его перемешала по традиции, а так он идет в капсулу. Совершенно не жирный, подойдет для тех, кто боится перенасыщения. Жирная и комби, в общем. Также на мне сработала вот эта сыворотка. Я ее ранее показывала. Бренд также очень хороший, это Манью. Эффект настолько был ощутимым, что я даже забросила ее, потому что кожа у меня и так светлая, а тут я стала прям по типу японки, знаете, такой. Ниацинамид, глутатион и галактомисис. Это дрожжи. Дрожжи также хорошо работают, особенно на жирной коже. Но здесь вот это вот, скорее всего, подойдет для комби, склонной к сухости. Также к нормальной и сухой коже. На жирной боюсь, что может спровоцировать комедончики. Поэтому лучше ниацинамид вот такой. В линейке есть также тонер с кислотами, что классно работает, конечно, вместе вот с такой сывороткой. И крем с осветлением и с пептидами. Если хотите выровняться по тону, осветлиться, попробовать имеет смысл. Это еще и чуть-чуть антиэйдж. В целом кожа выглядит очень такой гладко сияющей. Мне нравится. Ну и хорошо, если в вашем уходе будут еще и тонеры с осветляющим эффектом. Например, тоник Сьюдзу для сияния кожи от Some By Me. Бренд, кстати, также очень эффективный. Либо осветляющий тонер эссенция с ниацинамидом от Намбузин. Витамин С, арбутин, ниацинамид, глутатион. Имеет смысл попробовать, я считаю. А еще и пептиды в составе имеются. Либо легкий молочный тонер, 4% ниацинамида и пептиды. И я вам хочу сказать, что молочные протеины также довольно эффективно осветляют. Правда, делают это мягко и, конечно, больше работают с общим тоном, чем с пигментацией. Но если вы включите такой тонер в уход, то и пигментация может стать светлее. И вот для чего хороша энзимная пудра, это как раз вот для этого. Она хорошо работает, и после очищения кожа всегда выглядит светлее. Но если у вас таковой не имеется, то я рекомендую рассмотреть вот эту с рисом, с арбутином от Anua. Также в составе ее есть витамин С. Она не пересушивает, но больше все-таки подойдет для кожи, склонной к жирности. На этом я буду, пожалуй, закругляться. Я не стала в этом видео упоминать ретинол, хотя он обладает осветляющим действием, безусловно. Но у меня в Телеграм, да и здесь, столько про него было сказано, что я думаю, вы все уже подобрали себе приличное средство с этим компонентом. Результат обязательно будет. Только про СПФ в солнечные дни не забывайте. И помните, у пигментации есть такая особенность. Если она где-то появилась, затем вы ее заглушили, то при открытом контакте с солнцем на том же самом месте пятно может появиться снова. Так что защищайте кожу при помощи как барьерных кремов, так и СПФ нам всем в помощь. Надеюсь, это видео будет полезно. И я вам желаю успехов на пути избавления от пигментации. Всех желающих по традиции целую. И до скорых новых встреч!